Что может делать международное сообщество? Самое главное для нас – это информационная поддержка, разглас и то, чтобы все факты репрессий они не были забыты. Для белорусских журналистов очень важно, чтобы в мире знали о том, что происходит в нашей стране. Чтобы это не была какая-то тихая война против прессы, а чтобы в каждом уголке мира все следили за тем, как здесь работают коллеги, какие препятствия для них создаются, и по возможности поддерживали тех журналистов, те медиа, которые делают правдивую, качественную, достоверную и быструю журналистику в нашей стране. Борис Горецкий, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов.